664 миллиона рублей. Столько жители Бурятии отдали мошенникам в прошлом году. По итогам 2023-го наша республика вошла в пятерку регионов с наибольшим приростом киберпреступлений. Правоохранители зафиксировали более 5000 случаев. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Самой популярной остается схема с так называемым безопасным счетом. Людям звонят якобы сотрудники службы безопасности банков. Аферисты убеждают, что деньги кто-то пытается украсть. Для спасения средств их нужно перевести на другой счет. Солдат, военнослужащий, значит, 2 миллиона перевел. Также повелся о том, что есть безопасный счет, который надо перевести, на него оформляется кредит, и надо кредитный лимит исчерпать. Для этого надо самим оформить кредит и все перевести на безопасный счет, которого, вот еще раз обращаюсь к гражданам, не существует определенных безопасных счетов. За три недели Нового года мошенникам уже удалось обмануть 136 человек. С октября сотрудники полиции провели более 2000 профилактических встреч для 18 тысяч жителей по всей республике.